Всем салют, ребят! Сегодня я в необычном амплуа. Решил выгулять свой МТБшник и наконец-то за столько лет проехать куяльник. Поэтому сегодня кайфуем на моем хардроке. Я вам даже прикрутил свой велокомп, поэтому вся инфа, кроме каденса, у меня сегодня тоже будет. Еду на МТБ и понимаю, что от моего Gravel Endurance реально отличие есть. И нагрузка совсем иначе идет, совсем другая. А, это было жестко. Неожиданно. Неожиданно поймал яму. Да, нормально я перелетел. Прекрасная природа сегодня. Класс просто. Отличная погода, просто супер. Солнышко светит, ветра нет. Класс. Тут вообще на куяльнике прям тишь. Спокойствие. Идеальное место для отдыха. Столько лет я жил в Одессе, рядом с Одессой. И до куяльника руки дошли только сегодня. Немного уже проехал на МТБхе. И могу сказать, что реально наваливать на МТБ гораздо сложнее. Ну, это как бы было очевидно. Плюс ко всему, он, конечно же, тяжелее. Плюс эти большие толстые колеса очень много съедают усилий. Вот. Но в качестве тренировки очень классный тренажер. Чисто вот покрутить. Даже просто в таком прогулочном режиме тоже большой плюс. Ну и по сравнению с моим эндуренсом, который для меня как пушинка, садишься на МТБ и такое ощущение, что ты в танке реально. Едешь... Пофиг тебе любое покрытие, но с одной стороны это классно, то есть да, можно ехать по любой дичи практически, не париться, а с другой стороны я реально уже так привык к эндуренсу, к тому, что тебе на нем нужно думать, что тебе на нем нужно отрабатывать все неровности, проявлять какой-то скилл и собственно выбирать дорогу, выбирать, думать головой, когда ты едешь. То на МТБхе, ну, по крайней мере, пока что, я не получаю такого же кайфа, как на эндуренсе. На эндуренсе, ну, по крайней мере, по этой дороге, которую сейчас еду, реально было бы в разы интереснее и веселее ехать. Понаваливаем немного. Да, МТБшничек тренирует.
следующий раз реально нужно сюда ворваться на эндуренсе. То есть одеть свою шиповочку 35-ю. И кайфануть тут как надо. Теперь я четко понимаю, почему многие так любят Куяльник. Тут очень классная атмосфера. Вот реально какое-то умиротворение ловишь такое, едешь себе. Грунтовочка такая хорошая, классная. Успокаивает и реально классно. Можно подышать воздухом. Красивые виды. Супер. Можно поздравить, я доехал до краешка, до края Куяльника, теперь поворотик и обратно будем тулить. Сделаю себе кофеечка, попью и уже нормально подкрепившись поеду обратно. Моя супер кухня, компактная и легкая. Что? Будем пить кофеек и ехать. Погнали! Был небольшой участок асфальта. Но по асфальту я не хочу ехать. Зачем же я сел сегодня на МТБ? Сел я для того, чтобы ехать на нем именно по грунтам. А по асфальту я еще успею на эндуренсе погонять. Поэтому никакого асфальта. Только хардкор. Только грунты. Я, правда, не уверен, что я еду правильно. Но я думаю, что куда-то это все приведет. Да, тропинка растворилась, а выехал я куда? В какую-то жопу. Пока что альтернативного маршрута по грунтам нету. Еду асфальтик. Я думаю, скоро мы свернем на грунты. Да, вот он. Вот она тропа. Грунтовая. Едем по пустыне. Красота. Тут прям едешь и отдыхаешь душой. Вот это я заехал в жижу. Глину. Да. Немножечко не та дорога. Кайф. Ай. Ай, жижа. Жижа. Искупался. Чуть-чуть. Вот
вот это дебри. Жесть. Очередные дебри с жижей. А прикольные, конечно. По моим подсчетам, еще километров 16 это до выезда отсюда. Хуяльник я имею в виду. А, жижа, грязь. А, танки грязи не боятся. Так. Это пока что победитель нашей номинации. Самая дерьмовая дорога. Это как бы даже не дорога уже, а направление. Так. Так. Мостик. Ай. Тропинки класс. Там на не убраться. Вот это спуски и заезды тоже. Ого, ого, весело. Прикольно. Огонь. Хоть тут и болото, но вот этот участок прям класс. Такие подъемы, спуски, класс. Фу. Если бы знал эту дорогу раньше, то ехал бы еще прикольнее, еще более по фану. Так, как бы тропинку не знаешь, и ты ее как бы по пути аккуратненько изучаешь, поэтому едешь медленнее. Стрём был. Там дроп был. Эй, я дроп пролетел. О, жестяра. Кайфово. Супер. Класс. Я не ожидал, что там дроп будет на спуске. Пришлось импровизировать. Ну там небольшой дропчик, но все равно не ожидаешь такие штуки. Особенно на скоростях. Я встретил людей впервые за 3 часа. По факту вокруг Куяльника вообще никого нет. Ты едешь в одиночестве. И это кайф. Чистый кайф. Чтобы отдохнуть, разрушить голову. Идеальное место. Тишина и спокойствие. Кому был интересен видос, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И до встречи в следующих видосах. Всем пока! Хилы.